Девушки, урок танцев в полном разгаре. Идите. Поспешите. Как тебе мое прикосновение? Ночью спала? Если будешь вставать на моем пути, точно не уснешь. Угрожаешь? Сообщаю для сведения. Чейтра, дочь Балари. Радж, по прозвищу Пари. Дело в любви, ради которой я готов на все. Любовь? Со мной? Проиграешь? Докторша, в моих генах только победа. Уходишь? Боишься влюбиться после разговора со мной? Послушай, деловой, я не из тех дурочек, которые, завидев парня в стильной одежде, забывают обо всем. В твоих генах только победа. Я люблю тебя. Три слова, вкус которых ты прочувствуешь. Любовные испытания. Тебе виднее. Не вопрос. Сдам с отличием. В торговом центре моя семья сделает покупки к моему дню рождения. Передай мне любовное письмо и признайся в любви на глазах моей семьи и охраны, и я подумаю. Надеюсь, это не подстава? В любви все средства хороши. С английским я не дружу. Передам любовное письмо, на первой же странице признаюсь в любви. До встречи в магазине. При одном условии. Побьешь моих людей, или они тебя проиграешь. Условие? Ладно, давай, посмотрим. Желаю тебе неудачи. Пока. Купишь. В твой день рождения. Спасибо, папа. Эй, Балари. Кто ты? Подойду или разговаривать отсюда? Эй, пусть подойдет. Что это, охрана? Телохранители? Вооруженные люди? Кордон? Вы боитесь выходить из дома? Ты знаешь, с кем разговариваешь? Знаю. Баллари. Ваше имя, название деревни. Смените имя. Схлопочешь пулю. Опусти. Кто ты? Радж. По прозвищу Пари. Человек маленький, риск высокий. Дядя, не знаю, когда и где я увидел вашу дочь, но влюбился. Я не как все прямолинейный. Признаюсь, в любви у вас на глазах. Детка, рис с молоком называют рисовой кашей, а встречу с такой девушкой — судьбою нашей. Я люблю тебя. Убить его. Скорее вперед, телевидение! Мы с телеканала, простите, мы с телевидения. Вас снимала скрытая камера для реалити-шоу. Да? С телевидения? Да. Да, детка. Потрясение от знаменитости в воскресном эфире. Смотрите программу. Мощная попытка. Простите. За безупречную актерскую игру получаете приз... Какой? Стиральный порошок. Да. Да. Аплодисменты. Постойте. Кто режиссер? Да, вот он. Да. Проходите. Концепция принадлежит режиссеру Виви Пури. Простерните его с порошком.